Доброго времени суток зрителям и тучальным гостям нашего канала. С вами Росси, и сегодня мы сыграем в игру под названием Stray. В общем, приключения кота. Ребят, рад снова появиться. Надеюсь, немножко дольше, чем обычно. Ну, а сейчас мы посмотрим с вами игру и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Пишите, как вы, что вы, что у вас нового, что у вас хорошего. Потому что то, что сейчас происходит, может, кого-то это не зацепило, но меня зацепило в первую очередь, то дела, конечно, в мире, по крайней мере, происходят неважнецки. Значит, симулятор или инди-игра про приключения кота. И сейчас мы с вами посмотрим, что себя вообще представляет эта игра. Я в нее не играл, купил я ее, конечно, в своем любимом магазине на торренте по цене интернета, то есть за бесплатно. Вас же призываю тратить деньги и поддержать разработчика, конечно, если у вас есть возможность. Ну, а мы начинаем, наверное, как первая у нас заставка, или что, в общем, давайте смотреть. Я вообще сам по себе очень обожаю котов. У меня дома коты, и на улице, если есть бродячие коты, я обязательно их люблю. Как мило. Прямо такая кошачья идиллия. Знаете, не могу посмотреть, у нас кот или кошка. Это я ее и не вижу. Ладно, будем считать, что это кот, и назовем его Джонни. Такой симпатичный скотик. Читаем, прыгать нельзя, наверное, только лох какой-то, наверное. Ну, ложимся спать вместе со всеми котами. Внутри стен. Поднял головы. В общем, погода нормализовалась, и наши усатые, хвостатые ребята, как я понимаю, отправились на прогулку по своим важным котячьим делам. Джонни, конечно, идет с ними. Потому что это Джон. Описание, кстати, приключения кота в киберпанк мире. Интересно, тут вообще живые люди будут, как будут котами бегать. Специально не смотрел. Вот это нужная функция, я считаю. Я позвал своих братанов. Черные. Там проблема, чё?
Вы знаете, мне нравится тут бегать в стае котов. Понятно, Space это прыгать. Шип тут корялся. Чё? А, надо смотреть на цель, походу, чтобы запрыгивать. Природная когтеточилка. Вот делаем быстро. Смотрите, даже следы остаются. Хватит точить когти, надо заниматься какими-нибудь более важными делами. Помяукать, к примеру. Братва идет наверх, мы с ними. Лужа. Наверное, ну, понятно. Попить. Тоже нужное дело. Когти поточили, теперь нужно попить. Интересно, если его не останавливать, сколько он будет пить. Всю лужу выпьет. Хватит. Джонни, нас ждут великие дела. Ну, любовь прям на каждом. Блин, надо было что-то сделать. Только он не пошел. Охренеть. Был бы человеком, и куда туда не прыгнул. Бесстрашные. Бесстрашные коты. Ну, мне, конечно, классно. Понимаю, тут, наверное, какие-то головоломки надо решать. Я имею в виду кошачьи головоломки. Понятно, что там надо отбирать, наверное, секретные кода. Доступ у Пентагона дали, ну думаю, вряд ли это будут какие-то враги, разве что какие-нибудь живодеры, которые захотят нашу птичку повредить. Удерживайте. Тут все понятно. Надо просто за пацанами лишними. Пацанами и девчатами идти. Труба ненадежная. Джонни. Ты ж не сорвешься, я думаю. И. Ну конечно. По классике, конечно. Борись, борись, ты воин. Помогите ему, чего вы смотрите, Джонни. Я знаю, это печально. Это, конечно, печально. Но я думаю, на этом игра не заканчивается. А как-то начинается. Нихерово так. Приземлился. Он жив, пилорел. Сейчас какой-нибудь себе стимулятор уходит. Это ж киберпанк. Хотя, с другой стороны, зачем за него переживать? У него, по идее, 9 жизней. Ну, пускай он надо потратил, еще 8 осталось. Лень, слабак. Было бы у меня 9 жизней, я, наверное, не запарился лучше. Звездных войн. Я знаю, что это за хрень, только что побежали, но со спины мне напомнило, может помните, Хэккраб, или как-то так они называются в этом, в Half-Life.
Тоже такие были, которые тут еще в мордяк у тебя прыгали. Ну, пойдем. Ну что, если так плохо с трубой, значит все в порядке. Давай немножко вот, погнал. Город. Это какие-то стрёмные хрени на самом деле. Учитывая, если я кот. Была бы у меня пушка какая-нибудь, то было бы много. Мяу. Смотрите, я делаю мяу, но мне маска типа да. Кто ты, воин? Явно не интересен пилее. Еще сюда выбраться. Как я понимаю, надо идти, короче, по направлению. Опа. Ничего я не могу задрать хвост и постикать на него. В этом плане они доработали немножко. Помогите. Я думаю, нам нельзя наступать. А, хорошо, что видите. Нельзя сорваться, короче, прыгнуть туда, куда не надо. То есть здесь ты не сорвешься. Наверняк. Значит, не сюда. Я какая стрелка включилась. Вот он что-то нас ведет. Явно. Вот, перед за мной. Там-там-там. Мы идем по своим кошачьим делам. Так, любители котов, какие они, смотрите, но я думаю, ничего, конечно, не случится, но да, ничего не случается. Мы просто не можем. Хорошо, что здесь нет такого, что можно зайти там вентилятором порубить. Это было бы ужасно. Так, как я понимаю, нам, короче, надо или найти другой путь, или... Нифига себе, Джонни, я от тебя такого не ожидал. Ребята, это, в принципе, легко. Ты нам, как я понимаю, надо это ведро у них. Мычку эту закинуть в вентилятор, бросить кью. Хоп. Это было бы мне. Любимое занятие котов — кидывать что-то, то что стоит на краю стола или кровати. А ты где-то читал в интернете? О, вы знаете, сейчас все в интернете читают, что так как ты проверял, живой это предмет или не живой? И здесь. Фига себе, он тут. Вот здесь, от пластине прям. Вот это правильно. Это по-кошачьи нагадить. Интересно. О, прикольно, смотрите, лапки остаются синенькие. Сейчас мы тут как-то немножко освежим. А тут не остаются. Но зато, да, здесь можно подрать ковер. Бери его. Что тут еще можно сломать? Что-то подходничать.
Вот так вот, примерно, да. Ну, тихонечко. Они уже заебались. Прям. Можно это скидывать очки. Это круто. Оп. Это, наверное, для котов сделано прям. О, опять эти хрени. Их можно даже... Может, их ловить надо? Что они делают? Бля, мне кажется, они этого робота убили. Братуха, ты как? А? Шо ты, братишка, притихай. Всё, кирдык. Стрелка показывала, даже не обратил на нее внимания. Короче, эти хрени не здоровы. Понял, у нас проблемы, Джонни. Надо бежать, 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 бежать. Короче, за ними надо не бегать, от них надо убегать. Я думаю, это надо ловить будет. Смотрите, они что-то как присотки какие-то, как клещи или что? Цепляют из меня, пытают жизненную мою кошачью энергию отсосать. Ну, отсосут мне энергию. Себе. Так, это куда? Блять, поймал вспышку, куда бежать? Давай, котик. Нажрали. Поймал вспышку, надо было налево набежать сразу, а не направо. На время они просто огромные лавины тем на меня набросились и сожрали. Ладно, давайте все-таки попробуем от них убежать. И на этом, наверное, будем заканчивать наше видео. Так. Пошли в баню. Не получишь, не получишь. Ну. Но, отлично. Ну да, мы спаслись. Чё за ушко? Да, я понял. Чё, и куда мне тут прыгнуть? Ага. Как зовут, понял? Короче, я такой нехеровый паркур устраиваю с помощью Джонни. Стрелка, нам туда наверх.
Ласка. Да мне укажешь подкатку. Я надеюсь, могу запрыгнуть на вот тут. Ага. Я думаю, что я сейчас подкачу и смогу запрыгнуть на крышу, но да. Может, просто херово подкатил. Да, просто херово подкатил. На стол. Нет. Тут ничего такого нету. Низ. Ну, конечно, опять. Сейчас опять кого-то сорвется. Еще одну жизнь потеряет, уже будет их 7. Интересно, у нас кто-то ведет явно. Я же не думаю, что у кота в голове происходит то, что сейчас происходит. Ну, значит, пока легко, если не учитывать, что я там затупил немножко, когда нужно было от этих ткабов убегать. Ну, да, что ли? Ага. Можно было. Кондиционером, по этим всем. Да. Опять ведро кинуть. А, это типа батареи. Боксик. Квартира. Так, ладно, ребятки, на этом все. Неплохая игра, обязательно в нее поиграю. И вам того советую, если вы любители небольших головоломок, квестов, тов, ну и, конечно же, по мяуку. Ну, а с вами был Росси. Всем пока, до скорых встреч и оставляйте свои комментарии.